постоянно думал о Кришне и говорил плохие вещи о нем. He never spoke or thought about anyone else, only Krishna. И он никогда не думал и не говорил о ком-либо другом, только о Кришне. But he hated him. Но он ненавидел его. So devotion does not mean just speaking or thinking about Krishna. It means with a favorable attitude. Поэтому преданность не значит просто слушать и думать о Кришне. Должно быть какое-то благоприятное отношение. Да, анябиласита суньям гьян кармади наватим анукулена кришна навсилунам бхактитам. Must be a favorable mood. Должно быть хорошее настроение по отношению к Кришне, благоприятное настроение. What's your name? Как вас зовут? Атита Гуна. Атита Гуна. Атита Гуна. Okay. So, Rukmini, now she's in big problem. Итак, Рукмини сейчас в большом замешательстве. She wants to marry Krishna, but her marriage has been arranged with someone who hates Krishna. Она хочет выйти замуж за Кришны, но на следующий день уже устроена помолвка с тем, кто ненавидит Кришну. Imagine such a situation. Представьте такое положение. So Rukmini wrote one letter to Krishna. И Рукмини написала Кришне одно письмо. 11 verses. Которое состоит из 11 стихов. Chaitanya Mahaprabhu would also taste the meanings of those verses. И Чайтанья Махапрабху в своих развлечениях тоже вкушал настроение этих стихов, испытывал. Chaitanya Mahaprabhu would also do dramas of Krishna Lila. Чайтанья Махапрабху также совершал спектакли этих Кришна Лил. It was announced tomorrow night Nimai Pandit will dance in the mood of Rukmini. Было объявлено, что сегодня вечером Нимай будет танцевать в настроении Рукмини. But only those who have perfect control of their mind and senses can watch his dancing. Но этот танец могут созерцать только те, кто совершенным образом обуздали свои умы чувства. Then the Bhattacharya said, I cannot go. Тогда Сарабхама Бхаттачарья сказал, я не смогу пойти. I cannot control my mind and senses. Я не могу обуздать свои умы чувства. Advaita Acharya is guru of all the Vaishnavas. Advaita Acharya является гуру всех вайшнавов. So Advaita Acharya says, I'm not going, and all the devotees said, if he's not going, how can we go? We cannot go. И Advaita Acharya сказал, нет, я тоже не могу пойти. И все преданные изумились, но если он не может пойти, тогда что нам-то там делать? So Chaitanya Mahaprabhu said, don't worry, I will bless all devotees, they will be under the shelter of Yogamaya. Тогда Чайтанья